мучила меня в Крисе, вообще встреча с ней и прикосновение с ней наверное, важнее всяких грамот. Это единственный человек для меня важнейший, то, что она говорит такие теплые слова, это имеет для меня колоссальное значение. И спасибо Петрополю, спасибо, видимо, Кой, не знаю, но мне очень радостно, что спектакль замечен в городе. Я думаю, что Брехт, мы будем этим заниматься постоянно и только-только открывать его по-настоящему, потому что мне кажется, что он по-настоящему не вскрыт, не исчерпаем. Он огромный поэт. На мой взгляд, он имеет какое-то отношение к политике, но думаю, что все-таки главное его свойство, свойство его сердца – это поэзия. И поэтому мы этим занимаемся. И еще я бы хотел сказать, что этот спектакль сделан на такой энергии сопротивления тому кошмару, на самом деле, и тяжелой какой-то ситуации, в которой мы, по-моему, все находимся. И нам очень хотелось вместе с молодыми актерами, замечательными нашими актерами театрального совета, как-то выкрикнуть, проорать что-то про то, что мы и так не хотим. Понятно, что это никто не услышит, никому это не надо, но это важно тем людям, которые это делают. И последнее. В этом спектакле работают молодые очень люди, им по 21, 22, сейчас может быть 23. И это удивительное совершенно чувство. Я испытываю всегда счастье, когда с ними встречаюсь, потому что эти люди живут в нашем городе. Все-таки я считаю себя петербуржцем, несмотря на то, что мне приходится мотаться туда-сюда. И основное место такое, сапсановское место у меня за мной все время. Но то, что у нас есть такое поколение, которое не боится говорить очень острые вещи. Поверьте, кто не видел спектакль, действительно, там звучат очень острые, настоящие сердечные слова, которые спровоцированы великим Бертольдом Брехтом. И то, что эти люди есть, эти молодые девушки и мальчики, это означает, что, мне кажется, у нас есть надежда. Спасибо.